Как один из былинных богатырей стою на перепутье.
длина? Я считала, что... По утке он плавает. Слушай, а есть какой-то бомбар? В настоящий момент мы находимся в устье ручья Пляховой, а именно в моменте его впадения в озеро Березка. Ручей Пляховой дает начало с речки Дарница, а именно северному и южному ее отрогам. Ручей Пляхова протекает вот за этими деревьями, справа от линии электропередач. Еще Пляхов идет дальше. Сжираемый комарами я снимаю место. Вот так. По бревну мы дошли. Фу. Комар кусает. Впился мяс. Место ручья, куда дальше пройти пешком уже решительным образом невозможно. Тут очень много комаров. Вода покрыта некой маслянистой пленочкой. Но это не бензин. Черт знает что. В той стороне находится озеро Березка. Течение ручья довольно ощутимое. Вода прозрачная, в ней живут не то мелкие рыбешки, не то головастики. Грибы. Асфальтированные дороги к хутору Рыбное, вдоль которой проложена линия электрификации на старых деревянных столбах. Позади меня осталось Броварское шоссе. Мой верный аист.
Заехал немножко не туда, зато обнаружил красивое место. Обрыв, на котором растут сосны. Совершенно случайно я обнаружил этот ручей неподалеку от Княжича. Ну, не случайно, я тоже ехал в его поисках, но я не думал, что здесь он имеет вид довольно широкой речки, но довольно широкий ручей с весьма живым течением. Тут такой мостик, не мостик, а плотинка из бетонных труб. Песочек. В иле ракушки и подводные ручки. От воды ничем не пахнет, хотя и тут есть пластиковые бутылки. Водичка кажется чистой. Берега ручья здесь довольно крутые, то есть на равнинном берегу ручей течет в небольшом удолье. Вот оно дальше бурелом все. Железная дорога неподалеку от Княжичей. Запах разнотравья. Ромашки, череда. Мой велосипед. На лугу живут стрекозы.
мой путь лежит вот в ту сторону. Я надеюсь, я иногда смогу сворачивать вправо к руслу Пляхова. Течение ручья вообще бурное. Я так подозреваю, что это пересечение нескольких ручьев. Ручей Пляхова перетекает из одного болота в другое, чтобы растечься. Он течет туда. Слева в него втекает еще один приток. А справа либо приток, либо это разветвление. Здесь была киностудия «Киев Научфильм». Так и после этого их боятся. На психопатриарные глаза. Это неживой человек, который там с каждой стоит. Ну, там и вот мы на лицо. Дальше. А это что потом? Это будет на карте. Ну, а сейчас тут мы увидим знаменитый мостик. Вода. Течение
дружнее течение вообще, настоящее. Вот это водящее, просто какая-то мелиоративная вот хрень, дренажная, просто собирает осадки. Но она длинная. Ну, это не похоже на какой-то естественный ручей. Ну, такое выпрямленное русло у нее. Не, ну то, что ее выкопали, это видно. Потому что Дарница вот там, она петляет как змея. Ага. В естественном русле. Ну, как любая маленькая речушка. Да, тут вода стоит. Да и не только маленькая, большие тоже неплохо петляют. Так и да. Если, скажем, подробно на карте Десну смотреть, как она извивается. Ну что, идем Дарницу или пройдем, да, Дарницу посмотрим, где вот эта фигня. Я так понимаю, что эта штука вот там должна совокупляться с Дарницей, теоретически. Ну, идем. Вот мы уже практически находимся в Быковне. Мы ищем Дарницкий мелиоративный канал. Ручей как раз протекает по территории лесничества. Нету вообще. Это тоже то, что в лесу вот мы увидели, это продолжение просто. Вероятно, это он и есть. Да. Там... Ну, по идее, там должна быть минимальная территория. Лес. Слабый-слабый источник. Вот эта зловонная жижа, состоящая практически водой, есть северный отрог речки Дарница. Тут, в этой трубе, она пересекает Броварское шоссе. Сейчас практически отсутствует постоянный ток воды, ввиду того, что река, ну, полностью иссякает, она высыхает. Вероятно, во время летнего зноя от нее вообще ничего не останется. Камыши начинают расти. Подпитывают еще какие-то источники. Ну, идем. Мы покидаем Быковню, идем искать, где же река продолжается. Интересно. Тут бетонный желоб. Вот он начинается. Вот оно. Начало коллектора. Мало комаров. Сейчас попробуем проследить, куда Дарница течет вдоль Броварского шоссе в направлении к коллектору.
Вот такие вот маленькие источники лесные подпитывают Дарницкий мелиоканал. Он становится шире, течение становится сильнее. Меня съедают комары. Шорты не предназначены для ходьбы по лесу. О, вот. А вот, обратите внимание, что вот это вот, в принципе, это же глинистая почва, что ли, или насыщенная железом. Комарики. Я вот сюда водился. Питье только предварительно профильтровал. Лесной ручей, втекающий в Дарницу. Вот из Верховьев ручья, вот, вот там, где вот Княжичи болото. Там еще 80-е годы воду пили люди просто так, из ручья. Ничего, уже фотографии есть. И вообще нигде нет, не отмечено. Это же палатка, что ли, такая? Ручей течет вдоль бетонной стены вперед туда. Ну, это болото, в принципе, оно от снегов, вот. Но летом тут очень влажно, и тут, вероятно, есть пойма. Вот перед нами первоклассная телефонная автоматическая станция. Тут, точнее, за ней речка Дарница выходит из коллектора. Вот, смотри. Ого! Ну, так. Так это уже что-то? Так что? Ну, вот знаменитый черный ручей. Есть, течение есть, видишь? Да есть, есть, красивые. Чуть, но есть. Молодцы. Ну вот явно оно может быть оттуда и кошу-то, не знаю. Вот торф, мертвая лягушка. Это
лягушка. Две даже мертвые лягушки. Комары. Комары меня жрут. Течение даже бодрее. Да, да. Там оно еле-еле, а тут довольно бодрое. Полных мужчин. А то ты же вроде сам худой, все равно тебя кусает. Точно. Какие-то неправильные комары. Комари. Ну такое, блин. Золотистый участок. Вот все вот ратуют за сохранение почему-то более южного отрога Дарницы. Хотя, по-моему, следовало больше заниматься вот очисткой этого, северного да. отрога, потому что тут гораздо больше сохранилось деревьев, участков, естественно. Вот это озеро, которое называется Березка. Сейчас Березка, там, или ВСЛ, как его еще вроде называют, или просто Быкамнянское озеро. Это всего в 50-м году ДВРЗ сделал себе озеро, завод ДВРЗ. Ну, другой в другую. Да, один получился на юг, да, вот. Козеру ниже Цельзин. Мы это снимали, когда тебя никого не было. Вот. А это вот через дорогу так проезжие. Продвигала теорию, что это искусственные водоемы. Что они созданы в рамках вот сталинской борьбы с малярией и все такое там. Конечно же. Вот допустим, как можно сделать вот такую реку, например? Угу. Потому что нет никаких ни применений никаких. А то так и получается, что тут речка чуть ли не на 90 градусов меняет мысли. И снова течение становится меньше. А тут больше. Под землей, наверное, какие-то крупные притоки в нем. Может, очень сильно у них течение. Вода, в принципе. Это и глубина приличная. Вода, в принципе, нормально. Сверху. Разветвление ручья. Один идет еще больше на север, а другой сворачивает западнее. Куда пошли Колесский район. Там что? А там болото. Ну. Летом мы вообще пересекаем. Вот. Та ветка опять убила сюда. Снова ручей выходит из коллектора здесь.
Бетон? А нет, да, или нет? Нет. Разве это не бетон, не бетонные берега? Где? Да. Отделяет Никольскую бочагу, вот этот Затошина, сосновки. Так там тоже... Сосновый такой. Да, так там летом столько народу. В районе улицы Крайней, Дарни Сосновый ныряет в коллектор. Ну вот, хорошо, вот продолжение русла, которое начинается в Парке Победы. Там еще был ремзавод. Нет, течение смещается вправо. Смотри, течение идет вправо. Где? Вот это? Посмотри. Это вообще, я не знаю, что это. Запорож. Вот идем сейчас к Петра. Так иначе Запорож. Получается притока, притоки. Орёт, а? Брачный период, наверное. Лягушки прямые потомки динозавров. Долго лет существует. И даже человечек не может прийти. Впереди мы видим больницу на Петра Запорожца. Вода дурно пахнет. Течение весьма сильное, есть какие-то водоросли. Вот этот ручей вытекает из озера в Парке Победы. Берега, сосновый лес.
какая-то неестественная лягушка. Да. Жаряли что-то, наверное, чем-то возле нее что-то кинуть. Проверить. Да живая она, живая. Живая, да?
Чего? Обойти можно просто. Мы же оттуда шли. Оттуда? Оттуда шли. Сейчас... Да, это видно вот эта штука, видишь, оно продолжается. Еще одно вероятное место впадения Северодарнинского канала.
Дарвинский мелиоративный канал истекает из заводской стены. И вытекает вот туда, чтобы исчезнуть по другим заборам. В воздухе стоит отчетливый запах химии. Страшная вонь от химии. И дальше у нее вот там. Но я туда не пролезу. Да, что сюда сбрасывать? Ничего живого тут не осталось. Мы стоим на берегу южного мелиоративного канала Дарницы, одного из ответвлений речки Дарница. Вот тут она вытекает с коллектора, в котором она протекает от улицы Красногвардейской 1,5 километра. Течет в естественном берегу. Сильно захламлена отходами и жизнедеятельности. Вот можно увидеть шины резиновые, побросали всякий мусор, гадость. Этот участок Дарницы самый загрязненный был, потому что в советское время военно-промышленный комплекс сливал сюда отходы. И сейчас в долине речки еще находится действующая Дарницкая теплоэлектроцентраль, которая тоже очень сильно ее загрязняет. Получается, река проходит буквально в 10 метрах от нее. Да, действительно. Просто очень ровно. А вот смотри, там слева еще что-то втекает, да? Надо пойти посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
сейчас мы находимся неподалеку от участка уникального реликтового леса, так называемого урочища Мокрый лес. Это уникальный кусочек живой природы березняков, который сохранился в пойменной части реки Дарница. Градусов везде. Вот он, например, в этом лесу, из-за того, что он, мол, переувлажненный такой, мокрый, то там получается градусы, ну, около 20, ну, короче, 10 градусов температура меньше. Встреча двух поездов. Синий и зеленый. Мокрый лес. Это я тут особо не вижу ничего реликтового. Вижу мусор, огромную кучу. Превратили в свалку этот реликтовый лес. Наш народ все превращает в свалку. На самом деле мокрый, смотри, тут торф какой-то. Так и да, неспроста окрестили так его. Необильное количество мусора здесь было бы очень даже здорово. Вот какая-то лужа. Вся в мусоре. Источник, наверное, какой-то. А? Люди тут ходят явно. Но куда? Махнали, о, наверное, там птички какие-то, вижу. Дятел полетел. И вот водоемы. И какие-то люди тоже тут. Еще люди. Ага. Люди. Снежные люди. Реликты. Дядя, конечно. Ёпт. Переоценил. Да. Я здесь, кстати, сижу, читаю где-нибудь там, в каком-нибудь раскаленном. Знаешь, думаю, это, наверное, чудо природы. Эти лужи, они остались от снега, снег стал. Мы тут не пролезем. А может, это еще какие-то пикники? Да вот, вероятно, вот это вот и есть его остатки этого леса, вот тут именно. А вот и еще одно местное урочище, достопримечательность природы, болото серой цапли. Как красноречив. Михалков или Волков.
Волтов. Вот речка Дарница течет вдоль нововозведенного не так давно Дарницкого шоссе. Метров 45, наверное. Или 250. Ого, да что-то такое нехорошее идет. Стол выведенных прогноз погоды, там разные фигня. В настоящее время мы находимся в устьевой части речки Дарница, практически в месте ее впадения в озеро Нижний Тельбин. То есть вот она еще протекает немножко в естественном русле, входит в те две трубы, проходит под дорогой, под мостом, и с той стороны вытекает и впадает в озеро Нижний Тельбин, которое используется как отстойник. Конечная точка нашего путешествия. Нижний Тельбин.
красота какая раньше была. Да, ну что такая-то. Вот проверить.